Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро. Я вот только умылась и сейчас быстренько буду готовить завтрак. У нас такие немножко условия полевой кухни, и мы поедем в город. Нам нужно заехать в Хофф. Мы все-таки решили купить то кресло. Если честно, мы вчера поехали его забрать. Хофф работал до 10, мы приехали где-то за полчаса до закрытия. Но, к сожалению, именно тот отдел, где было это кресло, оно было как бы на первом этаже, его закрыли. Нам сказали, что давайте мы как бы снимем с утра ценники, за вами забронируем. И вы сюда просто приедете и его выкупите. Вот, собственно говоря, что у нас сейчас тут происходит. Сейчас Стас принесет стол, я попросила, потому что, ну, вот здесь вот вообще невозможно, неудобно готовить. И вот, в принципе, стол уже и на месте. Ура! А мы сможем делать рокировку, чтобы вот, как бы вот это убрать? Я просто как бы так рассчитывала, что рядом с плитой, чтобы она была. Так, может, тогда пока отнесем гараж? А, ну, кстати, да, она все равно до 11 числа нам не понадобится. Можно еще один стол тебе? Не-не-не, одного будет вообще достаточно. Спасибо большое. Этот стол вернулся на свое место. Помнишь, он тут когда-то стоял? Когда мы приехали? Точнее, он в углу стоял. Такой низкий стол, я ж... Мне приходится даже со своим небольшим ростом нагибаться. Так, с утра папа прислал уже фотографии. У нас Тафи и Сэйди сейчас у папы на неделю находится. Yes. Так, возьмем пару сосисочек. Знаете, вот у нас есть отварные макароны. И я помню, раньше мне очень нравилось вот поджаренные макарошки с яйцом. И вот я сейчас решила Стасу такое сделать. Я-то что-то пока завтрак еще не хочу. Как вчера мы поздно от папы приехали, поздно поели. Так вкусно, я так наелась мясом, салатом. Ну, макарошек как раз таки вот чисто на завтрак. Совсем чуть-чуть. Ты вчера этой пилой уже что-то делал? Нет, я это снимаем, да? Mm-hmm. Не рассчитали. Алло, привет. Че, у тебя как обстановка? Обстановка? На улице сидим, стоим, идем. Вы не в городе случайно? Приехала и думаю, что собаки не лает. Забыла, что не папа. В общем, вот наше новое кресло второе. Оно не врезало у нас в машину, поэтому нам пришлось заказывать машину. Что-то грузовичков стоил, блин, 2200. 2200 вообще, тут как бы не так далеко ехать. Поэтому мы заказали Яндекс.Такси. Ой, ну, короче, Яндекс это перевозка за 1000 рублей. Вот, чехол сразу буду стирать, потому что он весь грязный, валялся везде. Ну и подушечки тоже все это перестираю. Он немножко другой конструкции. Пониже будет, но сам кокон пошире, и он будет у нас стоять вон в той комнате. Так, ну все, у нас теперь два кокона. Ой, так удобно было. О, теперь поспать можно. Ой-ой-ой. Что-то как там наши грибники-то? Судя по тому, что фотки не шлют, значит, наверное, без урожая. Видишь, нас не взяли. И это... Грибы не пошли. Кажется, это у нас что-то упало? Какой-то звук был.
кажется, сейчас просто засну. Для этих коконов я на Озоне видела чехлы. Ну, типа них особо смысла нету, потому что мы же убираем. Хотя... Типа на зиму? Ну, когда дождь, я не знаю. Не-не. Так она выше уже. Сейчас. Рвется? Думаю, да. Слишком не то напряжение. Вот солнце ушло, все, я уже замерз. Типа, либо вот так, чтобы оно ложилось. Ну, это для ногам неудобно. Ты классик. Такое ощущение, что вообще не прибирались. Помните, неделю назад снимала, все. Снова в сосне. Ужас. Вот просто реально. Мы ее под малину все это складываем. Бабушка сказала нам. Ну вот мы так уже каждый год убираем ее. Вот правильно писали, что ее выбрасывать не надо. Мы ее, да, не выбрасываем. Вау. Ничего себе. Котя. Это что за красота такая? Даже уже собрал. Я заснула, честно говоря. Я спала, дрыхла, пока Стас тут работал. Вообще красота. Я пока дрыхла, ты все сделал. Давай отнесем. Давай, давай. Вот эту и ту, она, по идее, должна ровно-ровно все занять. У нас остались отрезки, которые мы сейчас как раз применим. У нас, как это называется? То, что у нас, сейчас, короче, где кровать, сломалась одна вот такая штука. Ну, уже давно. И вот сейчас как раз из остатков мы обрежем. Угу. Это 160, да? Вот, вот такая вот была. И когда у нас был ремонт в спальне, Стас переносил шкаф, и он как-то споткнулся и резко плюхнулся на кровать. И, в общем, в ногах у нас вот эта вот часть была, она сломалась. Вот, поэтому сейчас мы ее починим. Мы даже у нас туда две вместятся, чтобы было прям супер крепко. Пилить будет в твою сторону сейчас. В мою сторону, тогда я сюда. Двигаем. Ну вот, Никуська, мы вычесались, дочь, намылись, теперь они парни городские, смотри, какие они балдежники. Ну, хотел тебе фотоотчет сделать, видеоотчет сделать, но ты знаешь, две руки, надо и держать, и мыть, и снимать. Что-то не получилось у меня, по первости. Ну, смотри, какие недовольненькие сидят. Посмотри, дочь, какие они. Чистые, вымыл на несколько раз их. Шампуни, конечно, дадули здесь на остатки, так что все в порядке. Вот, так что не волнуйтесь. Так, ну что, сегодня у нас понедельник, точнее уже вечер понедельника. Я жду, когда Стас приедет с работы. Решила приготовить спагетти с пармезаном. Вот базилик. К маме Стаса забежала, у него очень много базилика. Добавлю. Вот такую пасту обычно покупаю, она дешевле, чем Барилла, но очень-очень вкусная. У меня уже слюнки текут. Здесь у меня лучок, чесночок, зеленый острый перчик. И это у меня фарш говяжий, покупной. Такая вкусняшка.
Так, у меня кое-что есть для тебя. Да. Ты идешь? Да, я иду сейчас, найду водичку. Так, это что тут за... Так, что это такое? Садись. Садись? Надо закрывать. Да. Так. Тарелочку поднимаю. Как думаешь, что это? Так, ну не знаю, что у тебя там, не знаю. Держи. Так, ух ты. Так. Ой, Котя, ты сделал дизайн? Да. Ух ты, как круто. Ты же у нас любитель табличек. Я решила, чтобы это была не табличка, а что-то просто мега, мега. Такая красота. Котя, мы что, сможем сами потом сделать сыр? Сами-то я не знаю, сможем или нет. Ну, мы сначала все секретики подснимем на видео. Да. Как раз будет там перед баней. Ух ты, как что-то здорово. А что это река? Да. Это Волхов. Вот мы живем, будем жить вот здесь вот. И угу. Здесь вот как бы куча достопримечательностей. Ой, слушай, вот все, это тут вот рядом. Прям, вот это прям мост пешеходный. Наверное, смакать тоже можно. Вот здесь вот очень много всего. Угу. Слушай, какая красота. Котя, ура, у нас есть табличка. Так, ранний выезд. Я как бы так, плохо расписываю расписание, я делаю все примерно, поэтому... Ну да, ну мы просыпаемся и едем, и все. Угу. Котя, ну вот супер. У, какая красота погода-то, Котя. Угу. Супер. Хочу торт, мне нравится. По отзывам выбирала. Котя, а теперь это просто зайди, красота. А теперь зайди в Телеграм. Котя, просто красота. Ну, для тех, кто любит все в цифровом. Ой, все супер. Все понятно. И я специально в PDF сохранила, чтобы если что, можно было... Тоже можно скопировать? Да, да, ну, можно. Но единственное, что я не смогла удалить последнюю страницу, она не знаю, каким образом появилась, поэтому тут всего 3 страницы, а не 4. Ну, ничего страшного, это вот как будто бы мы с тобой. В горах. Со спины. В горах. Со спины, вот. Планируем следующий маршрут. Так, ну что, всем доброе утро. Та-дам! Посмотрите, что мне Стас принес. Кофе в постели. На самом деле, я не могу вообще проснуться. Точнее, я проснулась в 5 утра. Вот. И долго не могла заснуть. И сейчас, когда уже надо вставать, уже 8, я понимаю, что я вообще какая-то сонная, и вот он мне принес кофеечек без булочек, так скучно. Я прям такая думаю, вот сейчас вот Сенечек Ставочка тут носиками своими шевелили. Причем я уже встала, по-моему, всем уже все пошла, умылась. Зачем-то обратно легла. Это была ошибка, надо было все уже вставать, потому что сейчас такое вялое состояние. Сегодня надо будет вещи собирать. Потому что завтра мы отправляемся в путешествие.